с болевыми. Один дает возможность, другой не дает возможность, как бы выходы. Я постараюсь сейчас больше в защиту уйти. То есть, а тебе надо меня как бы растормошить, побить, чем-то, ну, валять нежелательно, но как захочешь. Вынул, блин. То есть я буду тебя сторонить, а ты всякие проводи там. Прям смелее, да. Ну, лицо вот в это. Лицо показываешь ладошкой, а корпус можно попробивать. Все, поехали. Давай. Давай. Ноги, руки, все, включай, как бы все. Немного тоже, а то не, конечно, потом. Я ладошкой другой стопроцентный. Тихо. Это был мусор. Давай еще гумазрат, братан. Ну сейчас. Че, левый глаз мой, я тоже не вижу левый глаз. Давай. Покажи, у тебя открытая голова. Прям открытая, вообще открытая. Там не голова, там. Вот он вот здесь. Нормально классно? Да, пойдет. Thank you.
нормально? Да, жив. Давай я что будешь делать? Доделай. То есть до конца надо что доделать. Давай, давай, пятку крути. Вот ты взял вот эту мою ногу и выключил в другую. Нет. А, тихо. Давай, давай. Потихоньку. Шея?
Терпимо? Два курса. Ляж на пол, ляж. Ляж, ляж, ноги на пол. Здесь ляж. Не-не-не, тихо. Ляж. Ляж. Ляж, ляж, ляж. Глаза открывай. Глаза закрой, ляж. Ляж. Слушай, говори. Ножки на стенку. А, что-то грустно. Так, ноги подрели. Хрустнул, шея двигается? Да, вроде двигается. Руки стоят. Так, так. Дыши глубже. Ты мне тоже на секунду чуть руку не оторвал. Не-не, нормально, Денис. Просто это уже называется азарт. Прости ты меня. Хрустанул, короче, мне прям... Помутнело? Замутнело прям, глаза закружилось сразу. Я еще, блин, как я не упал, я же упал, а? Мы лежали туда, ты не упал бы никуда, ты лежал. Ты помнишь, мы с тобой еще делали? Да, боролись. Да, а как было? Я тебе крест ногами сделал, воротник. Я вот ногу под эту руку подвел, и вот здесь на ногой. У тебя отец бил. Да, я еще не успел вернуться, да? Ну, ты только сказал тихо, я раз замок перестал сжимать. Так, ладно. Перестал сжимать. Но я почувствовал, да, там. Я не хотел. Я, вернее, не ожидал, что так это получится. Нет, все нормально. Нормально? Ну, вроде нормально. Тихо-тихо. Мяч сейчас аккуратненько положи на голову, под голову дыми и почувствуй, где у тебя будет эта неприятность. То есть ты сейчас спокойно через него. Там, где будет болевое ощущение, рукой положи. Нет, чтобы будет, еще внимание, поделай. Денис, воздух, чтобы шел.